что было целым, разделится на четыре части. Три из них вновь объединятся, но четыре. Мой союзник покинул меня. Противники, с которыми мне предстоит сразиться, стали слабее. К моей группе присоединился новый союзник, но мои враги тоже стали сильнее. Дали! Помоги мне! Thank you.
Знакомое сияние. Похоже, обломок меча в этой пещере. Убить его! Надо скорее завершить ритуал! Вот-вот прибудет Магда! Он уже начал при... Этот обломок излучает магию незнакомца. По какому праву ты собираешься отобрать мой меч? Твой? Ты ошибаешься. Но я уже заявила... Отправлю. Ну хорошо, тогда поиграем. Сражаешься, но еще одного обломка тебе не видать. Он упал туда, где могут ступать лишь древние. Не мы одни разыскиваем этот меч. Дядя Дикан. Молодец. Я не... Магда посмеялась надо мной. Думаю, Нефалемы — это древние люди, обладавшие невероятной силой. Легенда гласит, что когда-то они сражались в великой битве рядом с храмом, и бесплотные тени ее участников до сих пор бьются друг с другом. Мы с тобой не сильно отличаемся друг от друга. Во мне тоже сокрыты могущественные силы. Только вот я их не контролирую. Это настораживает. Пару раз, когда мне угрожала смертельная опасность, во мне как будто что-то пробуждалось. Не могу этого объяснить. Эй, на помощь! Они убьют мою подружку! Воры убьют мою... Чего они хотят от твоей подруги? Ее зовут Саша, она дочка фермера. Так случилось, что мы знакомы. И у нее есть реликвия, за которой охотятся воры. Где реликвия? Ничего я вам не скажу. Отпустите девушку. И ты веришь вам? Прямо в яблочко. На этот раз тебе от нас не уйти. Это еще не конец. Гильдия воров из-под земли тебя достанет. Вот реликвия, любовь моя. Конечно. Ты собрался со мной? Конечно. Похоже, ты отлично знаешь рынок. Идем, скорее. Погоди. Это реликвия подделка. И как я раньше не догадался. Хотя, может быть, оно и к лучшему. Похоже, тебе не помешал бы помощник, а мне как раз надоело тут торчать. А как же твоя невеста? Невеста? Я что, похож на примерного семьянина? Кстати, меня зовут Линдон. Признаться, меня пугает то, что говорится в книгах. Ты должно быть Аларик, ведь... Ты не... Нет. А? Следуйте за мной. Я поищи в лесах две гробницы. Последнее пристанище воинов и склеп древних. Это люди Аларика? Они изуродованы магией.